Всем привет! В эфире рубрика «Выход в свет». Меня зовут Матвей Мельников. И сейчас я расскажу о самых значимых событиях на ближайшие выходные. Уже сегодня в 19:00 в Театре эстрады «Янтарь-холл» всем калининградцам поднимут настроение на максимум участники самого острого сатирического шоу на отечественном телевидении под названием «Однажды в России». Московский ОМОН ловит в центре столицы покемонов. Российские ученые впервые в мире провели операцию по пересадке сознания. В России снимут адаптацию сериала «Игры престолов» и откроют филиал школы магов «Хогвартс». Все это и многое другое в новых номерах «Однажды в России». Шоу, продолжающим традицию сатиры и социального юмора. Как говорил Карл Краус, актриса – это женщина в квадрате, актер – мужчина, из которого извлечен корень. Это была преамбула, как вы уже догадались, к фестивалю студенческих и молодежных театров «Равноденствие-2017». Это традиционный фестиваль любительских молодежных коллективов, который проходит в этом году с 16 по 24 марта. За долгие годы у фестиваля появились свои зрители, которые стараются не пропустить ни одного спектакля и горячо переживают за те коллективы, чьи спектакли завоевали их сердца. Организаторами фестиваля являются Агентство по делам молодежи Калининградской области, Центр молодежи и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. Подробности на сайтах. Все спектакли фестиваля «Равноденствие» являются бесплатным для посещения. Однако необходимо иметь пригласительный, чтобы попасть в зал. В продолжение интересных событий спрошу, какой самый универсальный язык человечества? Конечно, музыка. Все мы подчиняемся законам жизни, законам общества, законам вселенной. Но есть одна сущность, которая не подчиняется ни одному закону. Это музыка. И по курсу одно из интереснейших музыкальных событий города Калининград. Breaks Machine. В субботу, 18 марта, в концерт-холле «Кислород» в 23:00 стартует новый проект от калининградской команды «Ломаных ритмов», чей союз сулит возрождение уличной культуры, электронной музыки и привлечения новой аудитории. Объединенная команда выводит в свет проект Break Machine. Тим, команда Яу Боти, Санкт-Петербург, Гира, Смолик, Фрэнк, Маркус Бит, Амберт, МС Хэппи Бир и многие другие. Приходите и вкушайте брейкс всеми своими легкими. Также вы увидите Revolution Фестиваль Калининград. Фестиваль для тех, кто хочет продвигаться в музыке. Для тех, кто готов начать революцию прежде всего в своей голове. Открыт прием заявок на 2017 год. Конкурсные дни. 18-25 марта, 15-22 апреля. Финал 13 мая. Вся подробная информация в группе ВКонтакте. 18 и 19 марта в драмтеатре состоится премьера спектакля в двух действиях «Власть тьмы» или «Коготок увяз. Всей птички пропасть» по одноименной драме Льва Толстого. 18 марта, 16:00. Концерт учащихся... 18 марта, 16:00. Концерт учащихся детской школы имени Чайковского. Калининградская областная филармония имени Светланова. Суббота, 18 марта, 16:00. Международный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна». Ну а прямо сейчас самое красивое мошенничество в мире. Камера, мотор, поехали! Он – знойный римский ловелас, избалованный сынок богатого папочки. Она – красавица, одинокая москвичка, которая всю жизнь ждала того единственного. Он всю жизнь флиртовал, играл, блефовал. Она трудилась, презирая ложь и компромиссы. Одна короткая встреча в Риме запутала их жизни в яркий клубок надежд, обломов и страсти. Он стал для нее тем, кого она готова была полюбить, но не могла. Она стала для него той, ради которой стоило лгать, как никогда в жизни. А чего не сделаешь ради любви? Я очень рад, что вы теперь в нашей семье. По сюжету фильма Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет, который даже и не помнит, кто и как покупал. А билет оказывается выигрышный. 43 миллиона рублей. Целое состояние для скромного Екатеринбурга. Да чего уж там, для целого отдела продавцов, Валерки и его друзей. Выигрыш решили делить на всех. Устроили гулянку, настроили планов, но быстро поняли, что не видать им денег, если о них узнают жены. Мужчины выкрадывают свои паспорта и сбегают из дома в Москву, а жены следуют за ним по пятам. Всем желаю культурных и приятных выходных. С вами был Матвей Мельников. До новых встреч!